В этом году в Люберцах ожидается открытие 14 социальных учреждений. Первые объекты. Дошкольное отделение 24-й гимназии уже распахнул двери и принял под свое крыло маленьких воспитанников. Наша съемочная группа побывала в новом детском саду и готова показать его. Мне здесь нравится, и здесь очень уютно. С этим тяжело не согласиться. Просторные светлые помещения, уютные комнаты для отдыха и игровые с самым современным оборудованием. В новом детском саду себя чувствуют комфортно и малыши, и воспитатели. Садик огромный, очень просторный, в светлых тонах, что очень хорошо влияет на психику детей, то есть дает спокойствие. Есть очень много современного оборудования, что позволяет нам заниматься с детьми более качественно, то есть дать им больше возможностей для усвоения материала. Пока дети и педагоги осваивают новый детский сад, в музыкальном зале первый праздник в честь его открытия. Поздравления принимают те, кто строил и ждал этот объект образования. Микрорайон очень динамично развивается, молодой, в основном это молодые семьи. Конечно, всем будет дополнительное время, чтобы заняться своими бытовыми делами, работой. Это, конечно же, очень важно. Огромное спасибо педагогам, так как на конечном этапе уже принимали объект, подготовили его. Конечно, коллектив в дальнейшем уже наполнит смысловой нагрузкой все это учреждение. Конечно же, будут отдавать свою любовь, знания нашим детям. Детский сад рассчитан на 350 мест. Его смогут посещать дети от 3 до 7 лет. В их распоряжении 14 групп. У каждой своя индивидуальная игровая площадка. На данный момент мы готовы принять уже 150 воспитанников. Мы учитывали пожелания родителей и в первую очередь работаем с теми детишками, которые в силу своих возможностей ездят в другие детские сады. То есть в первую очередь это детишки, которые уже посещают, ну и соответственно общая очередь, которую распределяют. Новый детский сад ждет детей и приглашает на работу воспитателей. С 1 апреля дошкольное отделение 24-й гимназии начнет функционировать полный день. Сейчас у малышей адаптационный период. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.